Всем привет, с вами Happy Wolf. Третье видео по игре Five Nights at Roastix. Третья ночь. Начинаем, как обычно, с 12 часов. Так, все, приехали. У меня примерно есть уже небольшой план действий, как нужно себя вести, в какой последовательности переключать камеры, за кем следить и так далее и тому подобное. Ни хрена себе, утка уже с места сдвинулась. В какой последовательности, что нужно переключать, так далее и тому подобное. Опять же, прочитал ваши комментарии, что вы там пишете, как избавиться от зайца, который стоит в дверях. Я просто в прошлый раз не закрывал дверь, потому что подумал, что она опять сломалась, как это было в первой серии. И я расстроился и пошел читать Википедию. Но там ничего особо интересного не было написано. Посмотрите, вот это Pirate Cove, где должен сидеть лис, но почему-то там сейчас никого нету. Эти шторы как были задернуты, три серии назад так и остались задернутыми. Я понял, нужно, в общем, переключать свет постоянно, включать-выключать, и следить по нескольким камерам. Не обязательно по всем переключать, главное. По-моему, это самая первая, самая верхняя, ключевая, потом камера с лисом и еще там какая-то. Я забыл какая. Так, на этой, на кухне опять цыпленок гремит. Ладно, пусть будет утка. Утка, короче. Утка, лис, медведь и заяц. Нормально. Вся петушиная обойма в сборе. Есть еще различные эмбиентовые звуки, по типу там гремящих подносов на кухне и так далее и тому подобное. Они как-то рандомно воспроизводятся. Ну, достаточно неприятно. Эти, кстати, почему-то вдвоем... Уже час ночи, они сидят на месте, не хотят никуда уходить, Мишка и Заяц. Наверное, они решили положить на меня болт. О, стоит там эта курица. Потому что в прошлой серии я решил не обращать на них внимания. Они теперь занимаются примерно тем же, будут всю серию сидеть на одном месте, и получится скучно и неинтересное. Но тем не менее, утка оживилась, она пока что в единственном экземпляре, но очень даже так живенько бегает. Ну уж она уже шароёбится по правой стороне. Не знаю, раза три, наверное, место сменила. Хотя сказать, что она не телепортируется, но тем не менее, по-моему, она это сейчас очень даже здорово сделала. Ну? Вы будете меня сегодня пугать? Где вы? Почему никто не хочет приходить в гости к беззащитному охраннику? У него же даже оружия, наверное, нету. В пещере никого. Рядом со мной тоже. На кухне опять выключен свет. Даже курица куда-то пропала. Как она может с камеры-то пропасть? А, она на кухне точно, там же нету света. Наверное, если на кухне недостающую лампочку винтить, то с такими энергозатратами, я не знаю, все будет разряжаться не за 8 минут, а за... Ебать, вон она где. Так, а тут никого нету. Окей. Ну, по такому случаю у меня есть специальное предложение для Дональда Дака, который стоит за дверью и не хочет никуда уходить. Предложение это называется: закроем нахер эту дверь и будем смотреть в камерах. Вот что мы здесь. Ого. Вот этот лис вылез наконец, но что-то мне его рожа вообще не нравится. У него взгляд страшный. Поскольку в Википедии написано, что у него какая-то гиперактивность, и он любит перемещаться, то будем за ним в первую очередь наблюдать. Как говорится, не в мою смену, ёпте, лис. Тупорылый. Ну ладно, все, хватит над ним издеваться. В прошлый раз, кстати говоря, он что-то вылез под конец серии. Я сначала подумал, что это не он даже, а заяц опять. Потому что в этот момент смотрел на телефон, потом взгляд перевожу, хренась, и уже сколько там, 6 утра было. Я такой, ну ни хрена себе чудеса. Короче, как-то так совпало, я не знаю, по времени. Возможно, это баг какой-то был, потому что какое-то очень странное совпадение, то, что он вылетел прямо под... Минута в минуту, когда наступил 6-й час. Ну, ладно. Он не двигается опять. Короче, поскольку тут энергия улетает просто в момент, там что-то говорит... Ой, в Википедии написано про 15,5%, но я уже потратил за 2 часа больше 50, то есть... Я так очень сильно проебусь, и... Мне нечем будет двери закрывать. Нет, смотрите, они все еще сидят на месте. Так, а где утка-то? Я про утку совсем забыл, я же закрыл дверь, она куда-то... Ушла обиженная. Утка, вернись, я не хотел тебя обидеть. Может, на кухне опять? Нет, смотрите, ушла и все. И тут никого нет. Не, ну, заяц-то придет, это я вам обещаю. Можете в этом даже не сомневаться. Самое классное, когда эти роботы устремляют свой взгляд прямиком в камеры. Но дело в том, что лис смотрит про... Так, а эти все по съебам дали с первой камеры, и медведь и заяц делись все куда-то. Так бы, а где они тогда... Их нету в первой, но при этом их нету и на всех остальных. Как такое может быть?
А, вон он где стоит. Так, окей. Лис на месте, заяц на месте. Где медведь? Где блядский медведь, сука, ты где? Где курица? Как можно вообще весь этот сброд контролировать? Они же как дети носятся, за ними не уследишь. Ну, кстати, эта тактика работает. Если достаточно оперативно включать свет, постоянно щелкать по всем камерам, то есть все шансы, что я сейчас эту ночь даже с первого раза пройду. Записываю, кстати, тоже все с первого раза. Так, еще раз камеры. Заяц на месте. Так, лиса тоже. Ах ты, петух, ушастый, он с места сдвинулся. Я привык, что он стоит на одном месте, а теперь уже ближе. Так, еще что-то и курица появилась. Вы только все сразу на меня не бегите, хорошо? У меня энергии не хватит двери закрыть. Что-то уже не так весело на самом деле. Он сдвинулся на метр, но при этом меня напрягать стало раз в пять сильнее, потому что мне придется сейчас за ним следить. Вон, напишите мне в комментариях, сколько там всего ночей, 5 или 6, потому что кто-то, по-моему, мне говорил, что 6, хотя игра называется Five Nights вроде. Какого хера? Нестыковка. Нестыковка в сюжете. Ой, про сюжет даже вспоминать не хочу, я его зачитывал, я думаю, если вам интересно, может предыдущую серию посмотреть. Сюжет это просто 10 из 10. Ну что, они будут сегодня приходить или нет? Уже 4 часа, осталось пару часов буквально. Я даже на остальных внимания не буду обращать, я буду, сука, только тебя держать в поле зрения. Ты сегодня не шевельнешься. Так, все еще тут. Быстро по камерам смотрим. Нет, никого нет. Венсен. Видите, то есть осталось 30% энергии, в принципе, хорошо. Я думаю, я 100% уложусь еще в 2 часа, потому что я практически не трачу ее. Правда, пока я говорил одну фразу, прошло 3%. Окей. Главное не делать поспешных выводов. Ух, ебать. Оно ж прям тут стоит. Опять? Да, такого быть не может. Уйди отсюда. Так, ладно. Посмотрим по камерам. Погоди. Ебать. Куда собрался, сучонок? Ну, хоть к третьей серии я увидел, как он бегает, и я могу вам сказать, что я не в восторге абсолютно, потому что... Это хрен успеешь переключить в следующий раз. Вот проглядел там его, а он уже над духом у тебя. Опять цыпленок. Че он подходит-то постоянно, цыпленок, отсюда куда-нибудь в сторону. Он стоит на третьей камере практически рядом со мной, заяц, то есть он скоро придет. А курица, я не понимаю, что тут шароебится постоянно. О, он опять в норку вернулся, смотрите. Ну и отлично. Так, теперь тут заяц стоит, ну... Ну вы издеваетесь. У меня осталось 14% уже. Так, этот тут так и будет стоять, я думаю, до конца. Уже осталось-то совсем чуть-чуть. Прошлая серия 9 минут длилась, то есть примерно одна ночь, получается, 9 минут и идет. Там кто-то топает у левой двери, но там никого нету. Ох, что-то мне кажется, что 10% осталось еще целый час. Не знаю, успею или нет. По идее, должен. Ой, не дышите. Мне энергии осталось только, чтобы свет переключать. Включать и выключать. Да, все, успел. Отлично получилось, на самом деле. Четвертую, пятую ночь, думаю, буду проходить по той же последовательности. То есть, бешеное переключение всего, чего только можно, паническое закрытие дверей и так далее и тому подобное. Всем спасибо, кто помогал. На этом у меня все. С вами был Happy Wolf. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи.